Красногорская поэтесса Надежда Бердова приглашает всех желающих на свой творческий вечер. Он состоится 6 октября в Малом зале Дворца культуры Подмосковья. В программе «Навстречу утренней заре» автор прочтет свои лучшие стихотворения. В мероприятии также примут участие члены литературного объединения «Звонкая строка» и творческие коллективы округа. Начало в 17:00. Вход свободный.